Привет, у меня хорошие новости. С внутренним убранством кукольного домика я закончила и завтра приступлю к фасаду. Надо сказать то, что ежедневная какая-то практика рисования в том или ином виде просто настолько плотно уже вошла в мой график, то что это просто уже как зубы почистить, то есть там что-то нарисовать или расписать, как сегодня, и опубликовать на YouTube.